Привет, криптоманы, с вами я, Олег Портовый, с обзором на бесплатную раздачу криптовалюты. И в начале обзора у меня информация для тех, кто принимал участие во втором раунде айдропа от Before Market Cap, токены уже поступили на балансы кошельков. На обзоре у нас сегодня Aphreum Airdrop. Здесь мы за участие получаем 50 тысяч токенов AFR и 10 тысяч токенов за каждого приглашенного. Данный токен у нас на блокчейне Stellar, и для его получения вам понадобится кошелек Stellar. Я использую кошелек Interstellar. У кого нет кошелька Stellar, вам нужно будет его установить. На моем канале есть видео о регистрации Interstellar кошелька. Вот это видео, оно закреплено в начале. По регистрации здесь ничего сложного нет. Окончание аирдропа 24 декабря, и с 25 декабря уже должно быть распределение токенов на кошельки. Итак, мы переходим по ссылке, нажимаем старт, далее нажимаем продолжить. Открываются задачи, которые мы должны будем выполнить. Это присоединиться к Telegram группе, подписаться на страницу в Твиттере, сделать ретвит закрепленного поста и отметить трех друзей. Далее подписка еще на одну страницу в Твиттере. Подписка на страницу в Фейсбуке, комментарий и поделиться закрепленной записью. И еще одна задача – подписаться на страницу в Твиттере. Нажимаем кнопку «Submit my details». Вначале присоединяемся к Telegram-группе, после чего нажимаем «Готово». Далее подписываемся на страницу в Твиттере, переходим по ссылке, делаем ретвит закрепленного поста и отмечаем трех друзей. Здесь нажимаем читать, вот этот закрепленный пост, ставим лайк, ретвит, и нам нужно будет отметить трех друзей. Для этого открываете сообщение, для удобства сразу дублируйте страницу, здесь дублировать. Здесь открываете свой профиль, нажимаете читатели, и здесь копируете поочередно имена трех пользователей, вот так вот наводите, копируете. И вставляете в сообщение. Добавляете еще двух друзей и нажимаете «Ответить». Далее подписывайтесь еще на две страницы в Твиттере. И в бот вы отправляете ссылку на свой профиль. Заходите в свой профиль в Твиттере и в браузерной строке копируете ссылку. Следующая задача у нас — это подписка на страницу в Facebook, комментарий и делиться закрепленным постом. Переходите по ссылке. Здесь нажимаете «Нравится», вот этот пост, здесь тоже нажимаете «Нравится», комментируете и нажимаете «Поделиться», и «Поделиться» сейчас доступно всем. В бот вы отправляете ссылку на свой профиль. Для этого нажимаете на свою аватарку, открывается ваш профиль, и в браузерной строке копируете ссылку на профиль. Выполнив задачи, вам нужно будет отправить свой адрес кошелька Stellar и добавить AFR в качестве пользовательского токена в кошелек. Переходите в свой кошелек. Здесь находится ваш адрес кошелька. Вы нажимаете вот здесь «Копировать» и отправляем адрес кошелька в бот. Теперь добавляем токен AFR в актив своего кошелька. Теперь опускаемся здесь ниже и нажимаем «Добавить токен». Здесь нажимаем «Инструкция», и теперь вот сюда мы вставляем имя токена AFR, копируете, и сюда мы вставляем контрактный адрес токена. Вот этот адрес токена, элемент актива, вы его копируете и вставляете вот сюда и нажимаете «Подтвердить». Здесь нажимаем «Доверять активу», здесь нажимаем «Подтвердить», идет активация, все, успех. И токен уже добавлен в ваш кошелек. После добавления кошелька в Telegram-бот вы получаете свою реферальную ссылку, приглашаете и дополнительно зарабатываете 10 тысяч токенов за каждого приглашенного. Нажавши на кнопку «Статистика», вы видите, что на вашем балансе будет 50 тысяч токенов AFR. На этом у меня все. Кому было полезно видео, ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры. И помним, что под лежачий камень крипта не течет. Всем удачи, пока!